Тревогу специалистов вызвало поведение нерпы на Ушканьих островах. Благодаря онлайн-трансляции с этого места ученые заметили, в последнее время животные подпускают к себе людей, а это очень тревожный признак. Дело в том, что такая реакция у диких зверей может быть признаком заболевания. Здоровые животные пугливы и не контактируют с человеком. Чтобы выяснить причины неадекватного поведения нерпы, на острова выехали сотрудники сразу нескольких учреждений. Это ученые из Лимнологического института, представители Россельхознадзора и Байкал-Рыбвода. Они оценят ситуацию на месте, а также возьмут необходимые пробы. Анализы проведут уже в Иркутске. Мы будем следить за этой темой.